Всем доброго времени суток. Ох, с какой же неохотой я готовил этот выпуск. Mortal, мать его, Kombat. Как бы я хотел просто сказать, что это кусок говна, и спокойно закончить на этом выпуск. И это будет своеобразным предупреждением всем фанатам серии. Бегите, глупцы! Ибо я собираюсь разносить игру в пух и прах. И данное видео скорее будет выполнено в стиле подкаста, где на заднем плане будет прохождение игры. Ибо у меня нет абсолютно никакого желания перепроходить ее всеми персонажами. Я сделал это один раз, и мне хватило. Больше я за эту игру никогда не сяду. Но обо всем по порядку. Игра представляет из себя стандартный файтинг с поединками 1 на 1 с условием победы в 2 раундах из 3. Стандартная для жанра вещь. На выбор 7 персонажей, плюс есть 3 неиграбельных. Графика выполнена в виде оцифрованной отрисовки актеров, что в целом не в новинку. А вот сюжет здесь довольно интересный. Оказывается, что помимо нашего мира есть параллельные измерения. И вот властитель одного из них решает завоевать наше. Но высшие боги ему этого не дают и устраивают турнир. Если земляне проиграют 10 раз подряд, то всем наступит тотальный пиздец. Игра и повествует как раз про такой турнир. Захватчики во главе с колдуном Шансуном и четырехруким великаном Горо уже одержали 9 побед подряд. И этот турнир будет решающим. Сюжет, атмосфера, вся такая мистическая, и персонажи в игре получились интригующими и интересными. А вот геймплей — это другая история. Поначалу кажется, что это очередной клон Street Fighter 2. Но отличия от других представителей жанра, конечно, были, и весьма спорные. Почти каждый аспект игры меня, мягко скажем, раздражает. Начнем с управления. У нас 5 кнопок. Высокие и низкие панч и кик. Плюс отдельная кнопка блока. Само по себе это не является нововведением. Ибо еще в 85 году Konami это проделала с аркадным файтингом Galactic Warriors. Смотрите 4-й выпуск «Альманаха». И данный факт очень сильно раздражает. Во всех файтингах до этого, да и после тоже, метод блокирования ударов всегда был одинаков. И главное, он был понятен и интуитивен. В этой же игре отдельная кнопка блока и добавляет еще одну кнопку, о которой вам надо беспокоиться, и нарушает привычный ход игры. Блок на отдельную кнопку в файтинге лично для меня это все равно, что, я не знаю, добавить принудительную кнопку перезарядки ружья в первом дубе. Даже если рассматривать чисто 92-й год, уже к тому времени в жанре сложились некоторые стандарты, этакие незыблемые аксиомы, которые все принимают как должное. Но товарищ по фамилии Бун решил повыпендриваться и вынес блок на отдельную кнопку. Это не только неинтуитивно, но еще и нарушает некоторые аспекты самого боя. Например, кроссапы. Теперь они в принципе бесполезны. Неважно, с какой стороны атакует противник, просто нажал кнопочку и ты в домике. Но справедливости ради стоит отметить, что конкретно к этой игре это не относится, конечно. Ведь кроссапы здесь еще не появились. Допустим, ладно. Кнопки блока я привык. Но что делать с привыканием к персонажам? Тут разрабы тоже решили пооригинальничать. Стоит сразу сказать, что сами идеи некоторых бойцов, как я уже говорил, и их приемов безусловно интересны и хороши. Но вот исполнение – это уже другой разговор. Сначала давайте рассмотрим, что бойцы могут по дефолту. Итак, у нас есть, как я уже сказал, высокие и низкие удары рукой и ногой. Также у каждого бойца есть бросок, если вблизи нажать вперед и нижний панч. Апперкот, если ударить высоким панчем сидя. Подсечка, если нажать назад и нижний пинок, и удар ногой с разворота, если нажать назад и верхний пинок. И все. Абсолютно все вышеописанные приемы есть у всех бойцов, и они абсолютно одинаковы по урону и скорости исполнения. Разница есть лишь в хитбоксах, но она минималистична. У кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше. И остались лишь спешлы. И эти спешлы почти одинаковы у всех бойцов. У всех бойцов есть свой projectile, который отличается лишь внешне, исключение только Sub-Zero и Скорпион.
И у каждого персонажа также есть физический спешл, который бросает вашего персонажа в сторону с ударом. Будь то полет Кана или Рейдена, или подкат Саб-Зира, или скольжение Кейджа, сути это не меняет, это просто выглядит по-разному. Вот и получается, что персонажи отличаются друг от друга лишь одним спешлом. У всех одинаковая скорость передвижения, одинаковые приемы, одинаковое количество здоровья и одинаковая сила удара. Все, чем они отличаются, это всего лишь одним спешлом. Рейден умеет в телепорт, Скорб бросает гарпун, Саб может замораживать, хотя по сути это тот же проектайл, Кейдж бьет по яйцам, а у Сони второй тип спешлов не наносит прямого удара, а просто делает бросок. И все. У Кана и Лю даже выделиться нечем. Ну, разве что Лю орет как резанный. По итогу мы имеем мало того, что слабый набор персонажей, так еще и эти персонажи почти не отличаются друг от друга в плане геймплея. К этому времени стоит заметить, что уже вышел апдейт ко второму Street Fighter, и там было аж 12 уникальных различающихся персонажей. Со своими спешлами, своими хитбоксами, своей скоростью передвижения и даже со своими нормалами, то есть обычными атаками. Они у них у всех отличались. О, и конечно не забываем о гениальности товарища Буна, решившего повыпендриваться и здесь. Вместо привычных на тот момент стандартных методов исполнения спешлов, он начал программировать какие-то вычурные комбинации клопок. Нет, некоторые приемы по-прежнему исполняются знакомыми комбинациями, как, например, пуск заморозки у Саба – это тот же Хадукин из Street Fighter. Но были и странности. К примеру, тот же Саб-Зиро. Чтобы сделать у него подкат, нужно нажать назад, блок и оба удара ногой одновременно. И это для того, чтобы Саб-Зиро прокатился по полу вперед. Чувствуете, к чему я клоню? Это и неудобно, и непривычно, и самое главное – неинтуитивно. Опять же, к этому времени игроки уже привыкли к определенным аспектам жанра. И найти подобные приемы в аркадном зале было чудом. Но что самое главное, эта проблема Mortal Kombat осталась и по сей день. Лично мне, как человека, съевшего на жанре собаку, не оставляет особого труда разобраться в боевой системе новых игр. Я просто захожу в тренировку или кратко просматриваю туториал, если в игре есть какая-то своя новая фишка. И довольно быстро осваиваюсь. Через полчасика я уже комфортно чувствую себя в аркаде на норме, а через часок уже могу и на харде попробовать, или вообще выйти в онлайн. С Mortal Kombat я только полчаса сижу в трене, чтобы банально заново научиться играть в игру. Настолько вся серия погрязла в этом выхухольно неинтуитивном управлении и мувсете. К примеру, знаете, как у все того же Саб-Зиро делать заморозку в Mortal Kombat 9? Вниз, вперед и удар ногой. Ногой, Карл! Я не играл в 10-ю часть, но в 9-й ситуация именно такая. Я не играл в нее уже несколько лет и готов поспорить, что если я сейчас за нее сяду, мне понадобится очень много времени, чтобы вновь к ней адаптироваться. Однако поставь мне, скажем, тот же Street Fighter, Tekken, Dead or Alive, Soul Calibur, Guilty Gear или что-нибудь еще, и уже через пару боев я буду как огурчик. Даже если я не играл в эту игру несколько лет. И чтобы вы поняли, от чего у меня такой бугурт, возьмем уже, наверное, иконоподобный Хадукин. Он делается нажатие вниз-вперед и удар рукой. Это и просто, и интуитивно, и главное, понятно. Рю собирает энергию как бы в области живота и бросает руками фаербол вперед. Отсюда и понятная интуитивная комбинация кнопок. А Саб-Зиро в 9-й части что делает? Из-под ноги свой айсбол высирает. Я надеюсь, вы поняли, что я подобными примерами хотел вам сказать. Вся серия Mortal Kombat и первая часть в частности крайне неинтуитивна в плане геймплея. Одно дело, когда у вас под рукой есть мувсет, где написаны все приемы, или вы играете в игру без перерыва. А другое сесть за нее с нуля или после продолжительного отдыха. В Mortal Kombat у вас так не получится, вам придется освежить свою память. В других файтингах можно это вообще делать прямо на ходу, если вы, конечно, до этого играли в файтинги. Ваши руки просто сами все запомнят. Самый яркий пример это, наверное, Tekken, с его системой, где каждая кнопка отвечает за одну из четырех конечностей. Если ваш оппонент делает неизвестный вам прием с ударом, к примеру, правой ноги, то
то нетрудно догадаться, какую кнопку нужно нажимать для этого приема. Mortal Kombat 9 без мувлиста, хер бы кто догадался, как в него играть. Итак, мы уже откопали аж две критических проблемы игры. А теперь прибавьте к этому не шибко отзывчивое управление, мягко скажем, и чрезвычайно стервозный искусственный интеллект, без стеснения читающий ваш инпут, и получите ту еще конфетку. И это я еще молчу про боссов, или бои двое на одного. Я серьезно, в Mortal Kombat самый сволочной искусственный интеллект, который я видел в файтингах. Спойлер, во второй части он еще более наглый, но мы пока до этого не дошли. И фаталити, я их обсуждать не буду, ибо это не геймплейная особенность. Они происходят после самого боя, и их можно смело игнорировать. К тому же их выполнение по факту невозможно, если, конечно, у вас нет муфлиста. Здесь то, о чем я говорил выше, а именно неинтуитивность, кривое и неотзывчивое управление, показаны ярче всего. Но это отнюдь не значит, что игра прям полнейшее говно. Она лишь по геймплею такова. Визуально и стилистически она великолепна. Для своего времени графика была прорывная, хоть и оцифрованные спрайты были уже не в новинку. Смотрите 6-7 выпуски «Альманаха». Вообще, Mortal Kombat — это такая сборная солянка чужих новаторских идей. Просто Mortal Kombat смог лучше реализовать некоторые из них. Как я уже сказал, графика навеяна другими играми с оцифрованными спрайтами. Сама основа геймплея взята из Street Fighter, тут и думать нечего. Бонус-уровень взят из Art of Fighting, босс из World Heroes, смотрите 19 и 17 выпуски соответственно. И даже самая главная фишка Mortal Kombat — Fatality. Это тоже не новость. Еще в 87 году в игре Barbarian на всяких там Commodore'ах, Amiga'ах и прочих спектрумах рубили друг другу головы. Смотрите 5 выпуск, я там вкратце его упоминал. Просто Mortal Kombat все свои внешние факторы, а именно графику и жестокость, увеличил до невероятных размеров и вывел на передний план. А так как это для большей массы стало в новинку, игра оказалась мега популярной и успешной. К тому же все это неплохо разрекламировали, причем даже тот же конгресс, обсуждающий жестокость видеоигр. Хотя по факту Mortal Kombat не иначе, как просто нишевая трэшовая игра. Однако куча сиквелов, комиксы, игрушки, мультики и фильмы посыпались со всех щелей. И само собой, порты первой части не заставили себя долго ждать. Игра вышла одновременно на 4 системах. SNES, Mega Drive, Game Boy и Game Gear. Домашние порты были в целом близки к оригиналу, но каждый в чем-то был хуже. SNES-версия была сильно зацензурена, а сеговская явно проигрывала в графике и звуке. Хотя сеговский саундтрек мне нравится даже больше, чем оригинальный. И на заднем плане вы слышите именно его. Порты на портативке были ужасные до безобразия. Game Boy версия вообще не играбельна из-за убитого управления. Game Gear чуть получше, но экранчик маловатый. Благо эту версию чуть позже портанули на Master System. Хотя там тоже ничего выделяющегося. У последних трех систем двухкнопочный контроллер. Знаете, как там блок ставить? Назад и панч. Про урезанные приемы и их исполнение я просто промолчу. Годом позже вышел порт на Sega CD, который, по сути, просто версия с Mega Drive, только с аркадным саундтреком. Также были версии под DOS и Amiga. DOS-овский порт был близкий к аркадному оригиналу, за вычетом паршивого звука. Версия для Amiga в целом похожа на DOS, только там над управлением очень сильно поиздевались. Ну и, конечно, как же можно забыть нашу любимую Dendy? Если брать в расчет только порты первой части, то у нас их было две штуки. От Hammer Team и от Konisoft. Первый был довольно широко распространен. И, если честно, довольно хорош, учитывая ограничения приставки. Особенно хорошо смотрятся задние фоны. Геймплей, учитывая опять же те же ограничения, тоже неплохо адаптировали. Правда, кое-что порезали, например, Скорпион вместо Гарпуна просто метает фаерболом. Зато дали поиграть за горы и Шансунга. Порт от Konisoft лучше вообще не вспоминать. В
Просто сами посмотрите на это чудо. Подводя итог, хочу сказать, что как игра, Mortal Kombat полное говно. Просто поиграйте в тот же Street Fighter 2 с часок, а затем тут же сядьте за Mortal Kombat и поймете, о чем я. Однако во всех других аспектах игра явно преуспела. Неординарный сюжет, интересные персонажи и завораживающая атмосфера мистики. За это стоит похвалить Mortal Kombat. И вот скажите мне после этого, что в файтингах не нужен сюжет. Посмотрел бы я, где ваш Mortal Kombat после этого был. Хотя да, Mortal Kombat любит только за жестокость. Кровищу и расчлененку. Ну а на сегодня все. Жду с вашей стороны закидывания помидоров и засирания в комментах. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.